Приятели, ние сме в Балчик. Отиваме да хапваме. Сега искам да ви покажа къде се намираме. Ето точно ботаническата градина е под моя хотел. Страхотно място, пълно с туристи. Но аз сега се връщам от плаж и отивам да обядвам. После почивка. Малък лек сън и наново пак на плаж. И до вечера на малко банкет. Тараторчик. О, капуста. Кисело зеле с свинско. Бананче. Зелгат. Хлебче възме. Хлебушек. Всичко е на самообслужване, приятели. Кухнята е отлична. Момичета, има ли място при вас тук, където местенци? Да, благодаря. Подуши хубавите, някакви краставички носите тук. Носим, можете да опитате даже. Так давайте, начинайте с огурцами. Чеснок е. Чеснок си или уже? Конечно, попробуйте, да. О, как хрустят, какой хруст хороший, услышал я. Я, тук дай. Я запробовал. Скажи, Сережа молодец. Браво, Сережа. Огурчики идут на расхват. Малосоленые огурчики. Это ты в конце увидишь, какие они будут. Как мы можем не увидеть уже? Не увидите. Завтра, послезавтра уже будет новый вкус. Холодильник я ставил, чтобы восстановить уже это ферментация. Иначе они станут еще кислее станут. Ну сейчас нормально. Огурчики. Слушайте, сам какой звук. Такая девушка сочная, огурчик. Мощный огурчик. Так кто делал? Кто делал, правда? Я делал. Да ты что, Серега? Это старый армянский рецепт от дедушки у меня остался. Вы армянин, что ли? Да нет. Я сам не знаю, кто я, и поэтому и не говорю. Не знаешь, кто ты? Да, конечно. Ты разве знаешь что-то? И така, приятели, вижте какво свинско с зелия, да видим зеленцу. Сега ще ми направя такъв мубанг. Много вкусно зелие. Зелието не е кисело, а сладко зелие.
много добре запържено. Свинско да видим как е. Не много. Крехко е. Крехко е. То се вижда, че е запържено и после вече е сложено, да може вече сока да остане вътре, когато се пече. Много добре. И с кисела кастричка, как му отива само. Там има и люти чушки. Сега още се усеща един много лек такъв. Леко е лютичко, ама ви не може да се дължи. Още не е поело. Може би на долните краставици в шето ще се отрази по-силно, защото ще спуска повече. Ето приятел. Прекрасно. Люта чушка. Много люта. Мали люта. Ще гаса с тератория, не знам да че гаса. Как дома? Дома кой делает? Дома чё ты говоришь? Дома я ложу орешки. И орешки я тоже ложу. Там мелкие? Иди с молоком, не густое жирное. Ну ладно. Да, это говори. В принципе, нормально. Сегодня лучше, чем вчера. У нас холодильник свежий. Просто надо было их сегодня на море брать. Завтра пойдем на море, возьмем какой-то. Это было бы. Я уже не спрятали. И все. Коробочка. А с утра все были неадекватные? Нет орешек, нет тараторочек. Нет. Не полагается. Да у меня есть. Знаешь, кашу можно добавить. Кашу там у меня еще осталось. Давай кашу. Сожрали, но... Может, купить? Вот это, самый большой огурчик тебя оставляю. Большой мне не осилится. Я не хочу. Уберите. Как не хочешь? Недостаточно. Никогда не говори недостаточно. Да? Когда успевать снимать, красочки делать, сюда работу ходить. Йога? Да. Как он не спит? Видно, их мало спит. Золото искал. Да. Золото не искали все же, ничего не искали. У Сереги новый ковер. А, да. Пейшен, пейшен. И золото слишком будет, все будет. И золото надо войти. Золото обязательно найдем. Я думаю, чувствую, чувствую. Да, най-съмежливата кастричка остана. Не пожалел чесночка.
Ой, как хорошо выспишь сейчас. Угу. Без заспишки будет хорошо. Ти сега ще ви кажа едно правило при отсърването. Когато отсърваш на човека вилиците и той ти ги остави така, това означава, че иска още, че едно отдуване от храната, иска още да пи, когато се включи, винаги вилиците трябва да бъдат. Кой ще сложи още сериваш? На жена тебе, на мъже ти, като отсърваш, ето. Виж, беше ти казвам, хачу и шо, хачу и шо. Аз това знам, ами как да не слагаш, няма да имам. Хайде. Свърши то време на халяво. Никой нищо няма да ти дадат. Ну, кто где смотрел, где глядел? Когато си на улогнитива, там сервитюри гледат, тогава това е важно да не ти взема чинията. Разве так, а не так? Так? Или в одну сторону любила, так? Ну, я вот тоже думала, что так, а сюда тогда попробовала. В принципе, когда ты уже готов, вот так, все, значит, да. Все, уже может сервитер забирать. Ну, а там уже так, не, так. Нет, это когда ты скрестишь вилку и да. Ложку, это значит, ты недовольный от еды. Ого, вот это, я такое не слышала. Откуда такое взял? Да. Я был официантом на Золотые пески и знаю. Я это специально изучаю, у меня документ есть на официанта. У нас нет документа. Поел? Да, много добрых хабных приятелей, сега отивам на салпана. Почисти себе немножко. Салфетку убери с лица. Да. Сега отивам на салпана. Ой, но душа ще удара сега. Виж какъв сън ще имаш. И отново на плаж, нали, приятел? Да. Си остайки да меня сама ставите на пляжа. Я на пляжа. Мы с тобой погуляем тогда. С тобой погуляем? Ты со мной не угонишься. Просто... Ты так считаешь, что ли? Да. Думаешь, что если я когда толстый, я не могу побежать под... Не, я только не могу гонять. Посмотрим, посмотрим. Поспи пока что. А ты попробуй. Попробуй. Я каждый день гоняю, чтобы мне лучше полежать, поспать. Я достаточно хожу. И смотрите, бананчик оставляю в холодильник, чтобы никто его не забирал. Еще бери один. Да, еще один. Да. О, это завтра возьмем на пляже. Да. А огурчик? Огурчик. Серега, я съела 4 что, огурца. В бочке кто берет сейчас? Давай, бери, 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 бери. А чеснок хотел? И чеснок. Кушай чеснок. Ну, эту оболочку сними. Она легко снимается. Я зубами скажу. Прям не пожалел чесночка, но такой маленький не получится. Ну, это нормально положил. Я могу и побольше положить. И така, приятели, което ме харесало видеото, залайкуйте, благодаря. И за развитието на канала ще подпомогнете. Така, до следващото видео, приятели. С вас се разделяме. Чао, чао. С Николай бананчета.